снег. Именно он стал причиной природного дорожного коллапса 25 марта. Казанцы оказались во власти циклона, который пришел к нам с юга России. Обильный снегопад, начавшийся с утра, не только обострил ситуацию на дорогах, но и прибавил работы сотрудникам коммунальных служб. О причинах таких погодных условий и когда нас порадует настоящее весеннее тепло, рассказал заведующий кафедрой метеорологии Юрий Переведенцев. Когда циклон приходит с юга, они всегда приносят много снега, обильный снегопад и плюс сейчас же тепло. Поэтому снег-то не такой, как зимой, пушистый, легкий, а тяжелый, мокрый такой, и в общем, такой, так сказать, плотный снег. Юрий Переведенцев также рассказал о летнем прогнозе, который традиционно составляет Гидрометцентр России Всемирному метеорологическому дню, утвержденному 23 марта. Стоит отметить, что точность этих прогнозов составляет всего лишь 60-70%, однако им хочется верить. Вот согласно этим прогнозам, у нас практически все месяцы теплого периода, они будут в пределах нормы, за исключением июня и августа. В июне месяце ожидается определенная засушливость в нашем районе. В августе, по прогнозам, ожидается повышение температуры выше нормы. То есть будет, по-видимому, и сухо, и жарко. Александра Закирова, Александр Юдин, Универньюз.